у меня и видеоблог есть свой, там, где... про спорт и на гитаре там. Так, зовут Дмитрий, вот первый раз решил попробовать роуп-джампинг, прыжок с однопарной башни, в однопорной башне, 50 метров. Нет, это дымовая труба. Прыжок со старой дымовой трубы, высота 50 метров. Так, что еще сказать? Вот такой, вот так вот мы отдыхаем. Вот такой вот я экстремал, что-то новое в жизни пробовать, а не просто однообразную жизнь вести как-то. Ладно, что-то такое, там сам смонтирую дальше. Так. Другие же направления. А, вот этой. Да. Так, тут уже идет, да? Да, всё равно идёт. Охуеть, блядь! Нихуя себе, блядь! Охуеть! Так вот я развлекаюсь. Охуенно вообще. Да, это того стоило. Офигенно.